ветеранов. Мы вас поздравляем с праздником Победы. Спасибо. Вручаем вам вот медаль. Да ты что? Да. Мы вам желаем здоровья. Желаем, чтобы все у вас было хорошо. И спасибо вам за то, что вы пережили вместе со всеми вот эти те все трудные годы. Да куда деваться-то? Да. Ну, достойно пережили все равно, конечно. Mm. Лидия Васильевна, мы пришли вас поздравить. Мы просто решили всех тружеников, которые восстанавливали страну, войну после войны, всех вот решили как-то отметить, вручить награды, собрали деньги, объявили, люди откликнулись, принесли деньги, мы заказали медали. И вот к празднику решили вручить всем нашим ветеранам, которые своим трудом заслужили гораздо большего. Но хоть сейчас мы вот решили вручить такие небольшие... Живон Семеновна, мы пришли вас поздравить с праздником Днем Победы. Вручить вам за ваш труд. С праздником. Вы же у нас дети войны. Да. И вот мы вручаем вам юбилейные медали. Это к Дню Победы. Ой, пожалуйста. Желаем вам здоровья. Во время войны-то сколько вам было лет? Сколько? Сколько? А, но вы родились в конце войны. В 42-м. Ну так во время... Вот, то есть тяжесть-то все равно семьи-то. Отец ушел, он меня не видел, я его. С Днем Победы. Спасибо. Желаем вам здоровья. И вот от Совета ветеранов и мы вам вручаем. Я не могу ни обнять, ни поцеловать. Дать, возьмите медальчику. Спасибо. Вот всего вам доброго. Спасибо. За ваш труд, который... За ваш труд, который после войны позволил страну такую построить. Мы все трудились. И чтобы как-то это отметить, что-то приятное к празднику сделать, мы вот решили такое сделать. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, так долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади вели свободный, солдат на гармонии играл. Помни, Вена, помнят Алипы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцы в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Помнит Вена, помнят Алипы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцы в русском вальсе сквозь года.